Почтеннейшие сударь и сударыня, здравствуйте. Вы помните мой ролик за номером 26? Сегодня будет стихотворение с тем же контекстуальным подтекстом, но на этот раз автором является не неуч, а профессионал. Бальмонт Константин Дмитриевич. Увечье, помешательство, чахотка, падучая и бездна всяких зол. Как части мира я терплю вас кротко, и даже в вас я таинство нашел. Для тех, кто любит чудищ, все находка. Иной среди зверей всю жизнь провел. И как для закоснелых пьяниц водка, в гармонии мне дорог произвол. Люблю я в мире скрип всемирных осей, крик коршуна на сумрачном откосе, дорог житейских рытвенны и гать. На всем своя для взора позолота, но мерзок сердцу облик идиота. И глупости я не могу понять. Всем спасибо.